Ну всем привет, вы на рыбалке с Демидой. Сегодня будем ловить на палоц, собачий корм, червей, бойлеры гарлик, тутифри. Посмотрим, на что клюнет сегодня. Ну вот, мы поставим червяка. Посмотрим, что будет. Ловим на донке. И один поплавок стоит. У нас тут червяк. Белый бойлер. Там кукуруза, перловка. Смотря на что клюет, проверяю. Я подлещика поймал, а ты все этих. Есть что-то? Подлещик сошел. На бойлер взял. Интересно, интересно. Вот и плотвичка на поплавок, кукуруза. Плыви. Не, не надо. Не, не надо. Подлещик опять. Вот какой горбатенький. О. На червяка взял. Вот такой, да. Вон, Сань. Ну все. Спасибо. Ладно, ловим дальше. Забиваем карбушку опять. Червя менять не будем, потому что их там уже мало осталось. Мы подождем сама. Заброс. Отлично. Да ладно, вот куда плотва на такой бойлер? Интересно, интересно. Засеклась, блин. Спасибо.
на белый шарик взял. О, какой. Спасибо. Ловим дальше, значит. Иван, возьми сачок. Иван, сачок возьми. Не ругайся. Да. Не ругайся, ты мотор не снимаешь. Да. Не трогай. Пустим его. Потерялся. Черви закончились, блин. На донку не закинуть, хотел вернее на червя одну ставить. Ловим сейчас на поплавок, донки стоят, но там эти шарики болевые. Иван, возьми сачок. Иван. Карась, походу. Карась? Сука. Хороший карась был. Да? Угу. Блин. Наверное, понятно, почему сошел. О, какой крючок. Маленький заглотишь на плотвичку, на подлещика максимум. Ладно, будем пробовать дальше.